На нормандском саммите Парижа двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина прервал президент Франции Эммануэль Макрон, потому что устал ждать ужин. Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: «Все, хватит. Пора ужинать». То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом, сообщают СМИ со ссылкой на очевидца происшествия. Напомним, в Париже прошло заседание в нормандском формате, на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.